Извините, я прошу крайне извинения. Нет, может быть, вам просто как бы вас заменили бы. Это бы, наверное, было бы нормально. Ну, сейчас мы тут все решаем. Я понимаю, что если бы заявили, что за них кто-то голосовал. Там просто изначально, когда голосовал другой человек, вот, он, собственно, поставил свою роспись избирателю вместо женщины, которая изначально пришла. Пошла вся пудра. Мы вычеркиваем это. Из-за этого. Кого? А бюллетени, которые кто-то кинул, кто голосовал. Ну вот сейчас мы какая-то сложная ситуация. Значит, мы сейчас отпечатываем стационарные урны и сейф пакеты, которые здесь у вас дата стоит, когда вы голосовали за него или нет? Когда была дата, не стоит? 17 числа, знаю, человек. Значит, мы сейф пакет со стационарной урной от 17 числа тоже сейчас аннулируем. Все. Потому что у вас там бюллетени за молодого человека. Извините, я вот как бы... Давайте. Стоп, секунду. Ну, извините, я сейчас просто напишу в чат журналистский горосполком о том, что происходит на этом участке. Потрясающе. Давайте. Вот, потому что как бы вот это из ряда вон выходящая ситуация. Давайте, если мы будем только за. Только я в первую очередь настаиваю на том, что надо за ним работать в любой. Конечно. Так в чьи это компетенции? Нечаева. Да, что это было за решение? Нет, ради бога, пусть это сделает какое-то другое уполномоченное лицо. Я не возражаю. Вы можете позвонить? Да. Просто боюсь, что по городскому телефону сейчас ничего не ответит. Я как бы понимаю, да. Так, я просто... Она сейчас может спросить. Вы это правильно можете принять? Знаете, второй человек в списке, за которого вы голосовали, это уже подозрительно. Ошибиться на три строчки, мне кажется, абсолютно. Это ваша проблема. Давайте.